Олег Ореняк, старший менеджер. Работаю уже более 2 лет в компании «Полай». У матери моей сахар был повышенный, там 9 единиц, по-моему. Вот. Пила воду, снизила сейчас у нее до нормы. То есть, как бы, с сахаром сейчас проблем нет. Но самое, что интересно, у тещи был рак шейки матки, 2-й группы, по-моему. Вот. И она употребляла живую воду совместно с иван-чаем. Ну, соответственно, там лекарства какие-то свои принимала и прошла курс облучения. Ее сняли с онкологического учета. Сам тоже употребляю воду, соответственно, как бы улучшило самочувствие. По ночам стал высыпаться. То есть утром встаешь без проблем. Раньше как-то вот было там, ну, утром встаешь тяжело. Вот. Потом у самого у меня были проблемы с почками, но как бы до употребления воды жил как бы и не обращал на это внимания. Когда начал воду пить, я понял, что у меня почки совсем не работали. Потому что меня в первое время гоняло в туалет очень сильно. Вот. И по утрам были такие здоровые мешки под глазами. Ну, реально было видно. Сейчас как бы, ну, нету такого. Случаев очень много. Всех ты и не упомнишь.